Почитал тут комментарии под своими последними видео, и знаете, что я хочу вам сказать? На самом деле нет никакого капитализма, нет никакого коммунизма, нет никакого римского права. Единственное, что есть и что работает, это право сильного. Сильный всегда наворачивает свое с позиции силы. А все, что нам рассказывают про капитализм, социализм, коммунизм и так далее, это просто белый шум. Кто-то меня в комментариях поругал за то, что я якобы призываю вести себя как абсолютный эгоизм. А как же человеческая мораль, спрашивают меня. Вы знаете, что такое мораль? Мораль – это когда сильные рассказывают слабым, как те не должны себя вести. Потому что если они будут так себя вести, то они сами могут стать сильными и отнять власть у тех, кто ими сегодня управляет. Я совсем не призываю к тому, чтобы убивать, грабить и ебать гусей. Для того, чтобы отстаивать свои интересы, совсем не обязательно вести себя как людоед.